Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас 13 июля. Многие из вас спрашивают, почему я не раскручу свой собственный интернет-канал на YouTube. Ну, на этот регулярный вопрос я отвечаю. Меня не устраивает, мне не нравится формат говорящих голов, когда человек один сидит и в течение часа или двух вещает с телеэкрана. Это, по-моему, довольно скучно. Нужно быть или абсолютно гениальным человеком, чтобы вести его интересно, такой канал, или нарциссом, влюбленным в себя, чтобы получать огромное удовольствие от созерцания своей головы на телеэкране. Меня устраивает больше формат разговоров с собеседниками, посиделок. И вот сегодня, 13 июля, мы приглашаем со Светланой Герасимовой вас на очередные посиделки со Штирлицем на канале «Народная газета Лайф».